Помоги, разбег, я в себе, разбег! Дайте кто-нибудь прицел. У кого есть аптечка? Ребят! Брат, извиняюсь, есть по мелочи, а? Просто без ничего остался там, без своей квартиры, без работы, в общем, ничего нет у меня. Возьми. Блин, все, от души. Благодарю. Благодарю не меня, а Всевышнего. Ага. За то, что у меня ничего нет, что ли, его благодарить? У тебя руки, ноги есть? Есть. Зрение есть? Есть. Слух есть? Есть. Вот, благодарю Всевышнего за то, что у тебя есть. Тогда он тебе даст того, чего у тебя нету. Вот очень рад, что ты понимаешь это, понимаешь? У тебя прям сердце мягкое, я вижу, аж прослезился. Да нет, братан, ты просто мне на ногу доехал, дай вперед или назад чуть-чуть. Ой, ё-моё. Извинки, брат, извинки. Вот, возьми еще. Ноги сделаешь, хорошо? Давай. Блин, это же мало. Ай, молодец. О, Агашка. Да проезжайте, проезжайте, конечно. Не скажет Рахмет, а? Да скажет. Да блин. Да блин, сложно что ли нажать? Эх, вообще. Да ё-моё! Мунтундараб жанара. Уважаемые агашки, говорите Рахмет на дорогах. Чё? Дай быстро ключи от номера. А чё случилось? Я хочу все свои бренды вешать, это футболка, штаны, сланцы, вот кепку хочу брендовую, очки брендовые хочу одеть. А что это ты 3 дня не носил ничего, что ты вдруг захотел? Да там целый самолет казахов прилетел с Казахстана. Быстрее я хочу для них показать, что у меня есть много одежды, красивой. Потом улетят, я опять сниму. Аля Привет. Шла с другим приветом. Где он? Кто? А? Хахаль твой, где, блин? Какой хахаль, что ты? Любовник твой, блядь, что думаешь, я ничего не знаю, что ли, а? Кого ты, блядь, наебываешь, а? Жан, стой. Че? Успокойся, нет у меня никакого любовника. О чем ты? Я ж только тебя люблю, я тебе не изменяю, честно. Натуре? Да. Блин, что-то я погнал, извини, пожалуйста, ё-моё. Ты же знаешь, меня переклинивает, я ревнивый же. Прости меня, ладно? Да? Прости, честно. Так неудобно аж перед тобой. Нормально все, оказывается, не изменяет, прикинь. Я же говорила, видишь? Порядочная, очень хорошая девочка. Да, 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 блин, я тут заревновал, что-то, блин. Ё-моё, что такое, ну? Подлезла, что ли, ё-моё? Ну-ка, опусти, выходи давай. Че? Че? Эту медаль видел? Че, мне выходить? Ходи, я тебе говорю. Ой, молодцы, миллион, блин. Вот это видел? И чё? Выходи давай. Ё-моё. Вот это видел, а? Чёрный пояс тэквондо, чё, мне выходить? Пофигу мне, выходи давай, я тебе говорю. Вообще-то с миллионом. Вот это видел тебя, а? Чё, мне выйти сейчас, а? Засунь себе в одно место, понял? Выходи, я тебе говорю. Вот это видел, а? Мать героиня, 5 детей у моей жены, а? Чё мне выйти, чтоб еще кто-то родился ли? Уф, повезло. Жене спасибо, ё-моё, ни одной медали не следует. Здесь? Да палево. Блин, давай другое. Как палево? Здесь никого нету. Да смотри, вон человек стоит. А, да, смотрит, да? Ладно, поехали. Как тебе тут? Не могу я тут. В смысле не могу? Мне тут тетя живет.
Прям тут, что ли? Да, она сейчас увидит и все. Ё-мо. Опа, ну вот здесь нам точно никто не помешает. Вообще никого нет, да? Да, мне нравится. Угу. Начнем? Блин, если честно, я вот в машине это впервые. И вообще, в принципе, человек, я просто сам районовский пацан. Боюсь, кто-то увидит из пацанов ахсайских, там не поймут вдруг. Ну, мужской маникюр это такое. Сначала страшно, а потом... Да, как нормально. Ну, ребята посоветовали, сказали, ты хороший. Пацаны идут, подожди. Муся, ты видела нашу соседку, Жанару? А что с ней? Она, прикинь, тебе грудь сделала. Теперь сначала ее грудь заходит, только потом она заходит. Да зачем это надо? Это вообще так неестественно. Я за естественную красоту. Думаешь, да? Конечно, блин, лишняя трата денег. Ты у меня вообще идеальная. Ну все-таки красиво, четвертый размер. Так красиво смотрится. Шикарно. А что ты делаешь? Да я соседке Жанаре хотела отнести мантоварку. Кажется, она хотела. Мя, сама отнесу. Да я чтоб тебе легче было, блин, чё ты? Давай сам отнесу, чё ты? Тебе помочь хотел? Реально же соседка же мантоварку хотела. Салам алейкум, ИП бандит. Короче, здесь надо за дорогу отчехлиться. Понял? Алло. Эй, звони кому угодно, для меня никто не авторитет здесь, понял? Моя дорога, я здесь держу. Поговорите, пожалуйста. Не буду разговаривать. Поговори, брат, пожалуйста. Все, понял. Ты что свою маму пихаешь, а? Поговорил. Что ты мамку пихаешь? Братан, а вообще сколько у тебя тут отметка? По дороге здесь есть 200 тенге у меня. А, что ты сразу не сказал? Можно я тебе штуку дам, братан? И этот, чтоб я проехал раза пять еще. 30 тысяч? 1030, говорю. А, все, сейчас, братан. Все, давай, 1030, два раза проехать. Хорошо здесь? Хорошо. Твой позитивный друг? Прикинь, щеглы какие-то из тачки у меня. Магнитолу украли же, хулиганы какие-то. Да ладно, классно же. Зато теперь будешь сам песни петь. Вчера, короче, с девчонкой был на свидании. Прикинь, нечаянно пукнул. Ё-моё. Да ладно. Классно же. Зато она запомнит этот день навсегда. Вчера на одну команду, короче, жесткую ставку сделал. Плотно ходалкалом, блин, из города бежать надо. Да ладно. Классно же. Зато выйдешь из зоны комфорта. Ельгурес. Братан, прикинь, сын мой, оказывается, не от меня. Да ладно, классно же! Зато у ребенка теперь два папы, и по деньгам тебе легче будет. А что, колбаса говяжья 2500 что ли стоит? Давайте тогда соевую подешевле. А это, барсику, вискас за 2500, которую большую подайте. Колбасу халяльную, вот эту говяжью подайте. И это, суп на воре есть она, витки, а? Хотя нет, иди, съедь тебе ворога. Все тогда, все.